Всем привет! Сегодня я поеду на маникюр моим ногтям уже 7 недель, представляете? Я поеду впервые одна в центральную часть Сеула без сопровождения. Немножко волнуюсь. Главное не заблудиться, ехать по навигатору. Просто такая вот проблема, что я постоянно пропускаю повороты. И в итоге мой путь увеличивается, допустим, с часа до полутора часов. В общем, надеюсь, что сегодня такого со мной не произойдет, и я доеду нормально. Вроде бы я доехала без происшествий, но я искала место парковочное. 40 минут я крутилась, никак не могла найти. В итоге просто позвонила своему мастеру, спросила у нее, где можно припарковать машину, так как терпеть я уже не могла. Сейчас у меня еще есть немножко времени. Конечно же, кофе попить я не успею, но зато успеем купить какую-нибудь булочку и побегу. Ой, как выбора здесь много. Я возьму с чанчи, с тунцом. Еще нужно взять что-нибудь попить. И также сейчас хочу позвонить мастеру, спросить, обедала ли она, взять ли ей что-нибудь. Вот как раз попить. Скорее всего, банановое молоко. Вот я и на месте. Меня тут угостили черным чаем, печеньками Яшкина. Сейчас подчайкуем и приступим. Запомните мои ногти до. И позже я покажу вам результат. Выросли ногти. Ничего себе. У меня таких длинных ногтей давно-давно не было. Я прям тащусь. Остался последний штрих и готово. Будет очень красиво. А вот и результат. Такая красота. По времени мы делали 4 часа, но с перерывами. И по стоимости вышло 90 тысяч вон вместе с дизайном. Ну все, я закончила. Вот еще раз показываю свои красивые ногти. Сейчас я быстренько покушаю, так как я в русском районе, нужно обязательно пойти в русскую кухню. Потом мне нужно быстрее-быстрее ехать за детишками. Вы только посмотрите. Это для несчастья. Я уже сделала заказ, мне принесли чай и эклер. Также я заказала блинчики с мясом и салат. Также тут есть сухарики, они очень вкусные. Можно кушать, пока ждешь свой заказ. Пришла я уже на парковку, хотела расплатиться, забрать свою машину. В итоге мне сказали, карты не принимают. А у меня кредитная карта. Переводом тоже перевести нельзя, только наличка. Пришлось искать вот банк, снимать наличку. За все время у меня вышла парковка 22 тысячи вон. Получается 4 тысячи вон в час. Я опаздываю.
теперь я опаздываю мне ехать по пробкам. Думала, за часик доеду, но сейчас ехать полтора часа. В итоге я заберу детей не в 8 часов вечера, чуть позже, на минут 15, наверное, опоздаю. Я директора предупрежу. Думаю, что ничего страшного не будет, так как садик работает у нас до 10. Ну все, я почти приехала. Здесь я уже могу ехать без навигатора, так как знаю дорогу. В общем, я выехала поздно, из-за того, что мне нужно было заплатить за парковку, найти банкомат, снять деньги. И я пропустила вот пробки. Пропустила пробки, и сейчас я еду, успеваю за детишками, не опаздываю. Так что это, с одной стороны, даже очень хорошо. Нас, блин, все не слава богу. Ель до моего прихода стукнулся. У него уже был синяк на лбу. Сейчас у него на этом месте появилась шишка. А еще уже после моего прихода он убегал от воспитателя, не хотел одеваться, и разбил подбородок. Да, сына? Не хотел шапочку одевать. В итоге подбородок разбил на том месте, где у нас на шапочке завязки завязываются, поэтому не стала ему вообще шапку одевать. Тем более тепло сейчас. А язык он прикусил в двух местах. Эмма. Сына? Ну, ты хочешь опять упасть, сына, а? Идти тут 2 минуты. Не стала его пристегивать, а он тут такое вытворяет. Давайте уже до дома дойдем спокойно. Так, садись, молодой человек. Сына, как сегодня день прошел в садике? Убежал. Кирюшка захотел поесть булочку, бананы. Покушаешь, будем купаться, да? Нет. Я люблю тебя, сына. Мне предстоит мытье посуды. С моим новым маникюром ничего не случится. Я миллион раз мыла посуду, и все держится, никаких сколов, ничего не бывает. Вот это вот то, что Кирюшка только что поел, бананы, а вот это их посуда, которую они каждый день с собой берут в садик. Приносят грязную посуду, а уносят чистую. Все это у них подписано. У Ельги просто фломастером, а у Кирилла наклейка с его именем корейским. Да. Я буду сейчас Ельку усыплять, а ты иди зубы чисть. Хорошо, сына? Ты меня услышал? Я зубки чисть. Ель, давай ложись. Я сказала, зубы чисть. Умывайся еще.
давай. Что такое, Слава? Ну, вот, вот. Да, мальчика. Вот. Вкусно? Мамин сладкий. И здесь. Ой, какая шишка. Мамин сладенький. На подбородке. Где у тебя там? Что же аккуратней. Мамин солнышко. Мамин ласточка. Красивый мальчик. Да, смотри сюда. Вот, красавчик. Не вижу. Не видишь? Потому что зеркало запотело. Другое зеркало, посмотри, другое. Сынок. Да. Спокойной ночи. Спокойной. Сладких снов. Да. Сладких снов. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Кирюшка спит без подушки, поэтому подушка на полу. Мирка, он уже давно уснул, выпил молочко и уснул. Вот он, маленький спит. Тоже чистенький. Надеюсь, проспит до утра. Ну а что касается меня, вроде бы я сделала сегодня только маникюр, у меня ушел на это весь день. Я так устала, так что пойду я спать, отдыхать. Всем пока, увидимся с вами в следующем видео.